Я приветствую подписчиков и зрителей канала, меня зовут Семен, мы играем в The Last of Us. Вроде как выбрались из этого дьявольского отеля, теперь у нас задача перейти эту площадь, но для этого нам нужно ее зачистить. Здесь где-то с десяток, да хотя может поменьше, этих гавриков. Давайте пытаться это делать имеющимися у нас ресурсами. Так, один пошел сюда. Мне нужно их и не именно обойти, а именно убить, потому что чтобы Элли прошла. Начнем с этого. Он очень удачно зашел за автомобиль. Еще один внутри, да? Двое. Лады, а там что у нас? Один ходит. Так, ну в принципе его можно высечь. Если не считать еще одного там позади. Пойдемте начнем по часовой стрелке. Самое обидное, да, в этих ситуациях, что ты на корячках ползаешь полчаса. Пробуешь всех стелсом убить, а потом все равно по катсцене на тебя какой-нибудь жлоб нападает. Тебе приходится с ним драться. Или еще хуже, по катсцене на тебя выбегают 50 человек, и тебе надо с ними все равно стреляться. Так, вижу одного стоячего. И одного ходячего. По идее, этого-то можно легко высечь. Это на первый взгляд. Иногда бываешь, думаешь, никто тебя не видит, а тебе на. И сюрприз. Так, тот ходит там, этот здесь. Мы будем улавливать момент, чтобы убить. Правильно я понимаю, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то как-то ты ходишь нелогично, парень. Давай. Надеюсь, никто не увидит, пожалуйста. Было бы неплохо. На балконе, парень. На балконе валим. Повезло мне. Будем честны. Так, теперь давайте займемся тем дальним. И потом уже будем пробовать обращать внимание на тех, кто внутри. Здесь вроде никого. Почему тогда я слышу шаги? Это удачно. Я их услышал. Давай. Чуть-чуть. Не будем тратить на них ножи. Смысла в этом нету. Отлично. Я себя в такие моменты чувствую с самым Фишером. Кстати, в августе выходит уже новая часть. Тоже будем ее проходить. Так, вот он, наш следующий клиент. А, у него там на балконе. Компанейские, да? Ребята троем собрались. Это будет тяжело. Так, ну по идее надо тогда сначала ребят с балкона убирать. Пошли обратно. Так, как туда подняться-то? Лестницу вижу, но она начинается со второго этажа. Конечно, кто-то мне скажет,
Перестрелять их можно было за минуту. Ну, я согласен. Но это не наш стиль. Мы стреляем только если спалились. А бывает это часто. Так, ладно, давайте через этот проход. Один. Ну, один точно есть. По-моему, уже два там было, когда я в прошлый раз сканировал ситуацию. Мне что нравится, то что они здесь ходят достаточно непредсказуемо. У них нет какой-то единой траектории, по которой они двигаются в течение 20 секунд. Конечно, они не гиперумные, не ходят там зигзагами, но все равно предсказать их действия довольно тяжело. Вот он ты, да? Ух ты, ты поменял траекторию так резко. Твою мать. Очень близко, очень опасно. Блин. Вот я про это и говорю. Ты что, не умер, что ли? Ты идиота кусок, что ли? Так, спокойно, без паники. Выстрел в голову, у тебя как бы вообще по барабану, да? Ну ладно, поставился я немного. Ой, ты ёпты! Ни хрена себе ты меня напугал. Парень, ну ты даешь вообще. Как я все равно с ложечку. Так, блин. Нормально так он меня покоцал. Еще бежит, да? Ну скажи, что я тебя не попал. Живучая тварь, а? Ух ты, блин, он мало того, что живучий, он еще и меткий. Гад. Вижу одного. Поддержатели. О, помогла. Все, она его высечет. Так, с этих можно что собрать, нет, или не? Пружили свою жизнь. Бесполезно. Ты решил меня застать врасплох? Как бы не так, тварь. Хорошо. Да, боитесь, конечно, очень жестко, даже сказал, жестокий. Так, ну что, снизу все прибежали, нет? Опа. Выстрелил. Только вы, конь башку, давай! Твою мать! Отстрелял! Ох ты, блин! Тихо, тихо, тихо. Валим, 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 валим. Oh!
Блин, это опасно. Аптечку нужно. Хер тебе. Есть возможность умереть. Причем... Ух ты. Элли? А, я поставил там эту бомбу. Прикольно. Кстати, у меня еще арбалет есть. Так. Я могу. Хорошо. Отлично, все вовремя. Так. Теперь бы понять, сколько их еще. Я, если честно, их недооценивал. Их количество. И стелсом бы я здесь очень долго маялся. Так, ну давайте пойдем все-таки через дом. Так, палка у меня есть какая-нибудь, нет? Палка лучше, чем кулаки. Чисто. Здесь мне не подняться. А бита еще лучше, чем палка. Есть, есть, есть. Было. Я попал по какой-то лежащей бутылке. Это было. Все, спускайтесь. Красиво получилось, случайно, но красиво. Ну, как я? Вот, возьми. Тебе по размеру. На самый крайний случай. Ага. Отлично. Предохранители. Умеешь снимать предохранителя? Умею. Ладно, только помни, это не игрушка. Ты должна... Ладно. Так, он поменял биту на бурю в хорошем состоянии. Как вам холодильничек? Записка о цикадах. Цикады нам больше не нужны. Может, они и развязали войну, но главную работу сделали мы. Это наша кровь пролилась на улицах. Я не собираюсь освобождать другие города. Пусть они сами борются за свою свободу. Я точно не стану выполнять приказы какого-то командира с другого конца страны. Еще до того, как закончится бой, мы от них избавимся. Это наш город, наш народ. И чужие вожаки нам не должны. Ладно. Да. Я думал, у меня в холодильнике срач. Ладно. Что здесь можно подобрать? Припасов-то я прилично потратил на этих уродов. Еще записка. Нет? Так, в этой кафешке я и запалился. Ладно, проходим. В принципе, здесь мы все обыскали. Единственная проблема, что для дробаша патронов мало. Все истратил на этих упырят. Ну, здесь уютненько, да? Своя атмосфера. Крыс жарит. Большую коробку нашел с инструментами. Ладно, нам в эти ворота.
Долгий путь у нас получается по этому городу. Начали с засады. И к этому мосту все идем и идем. Давай действуй, Элли. Ага. Черт, цепь застряла. Держись. Держусь. Есть. Хорошо придумано. Так, что за помещение? Я надеюсь, мы не вернулись в этот дебильный отельчик. Так, что, запрыгнуть сможем? Нет, надо что-то подогнать. Эту же тележку. Логично. Помоги открыть. Держу. Готово. Так, блин, как ее неудобно разворачивать. Так, здесь что-то лежит. Нельзя упустить такую возможность. Так, опять тесные коридоры. Верстак. Давайте посмотрим, что у меня там, на чем мне хватает. За работу. Так, кобуру я сделал для длинноствольного кобура. Не хватает денежек все равно. Револьвер, лук. Дальность. Дальность, что ли, увеличить? Да я им толком не пользуюсь. Вот дальность сделаем. Не могу, да? Тогда емкость. Хорошо, и скорость. Да, очень даже. Кстати, давно не заглядывал в пилюлюшную. Давайте здоровье увеличим. Хорошо. Как заглянул, так и вышел, да? Не так долго их собираю, чтобы так быстро их потратить. Деньги, а? Хоть что? Черт, еды нет, ботинки старье, ничего приличного. Но пошли. Хорош. Ничего мы не могли сделать. Я знаю. Просто... Боже. Надо идти. Так, давайте, так как нету патронов для дробаша, поставим винтовку. Вот так вот просто два человека лишились жизни, да? Просто потому, что у них ничего нету. Нет, скорее даже так. Просто потому, что у них что-то могло быть. Так, что-то темное помещение. Щелкуны. Нет, это мои шаги. У меня уже паранойя развивается. Выше не подняться. Или они не видят, да? Так, они вниз, и мы наверх. Они боятся нас. Главное не расслабляться. Да я не к тому. Хорошо, что ты со мной. Это а я-то как рад. Понял. Так, ну ладно. Не верю, что они так просто ушли. Ну, возможно, можно даже и поверить в свое счастье. Так.
Так, хорошо, что опять на улицу. Мне, честно, вот эти тесные коридоры задолбали. По улице как-то мне сподручнее. Больше как-то простора для маневра, что ли. Так, мост-то где у нас? Сюда не видно. Но где-то должен быть совсем рядом. Вообще, если честно, игра настолько затягивает, я все еще не могу из нее вылезти. Черта нет. А Маркет-стрит? Да, они как раз там. Может, выкурят этих подонков. Только бы эти туристы выползли на свет. Когда-нибудь вылезут, кто-то радости будет. Так, все, вы разошлись, да? Джоэл, на втором этаже еще один, смотри. Чуть не попал, да, под растяжку. Я вижу. Пригнись. Чуть-чуть не нарвался, в последний момент заметил. Так, где у нас вход к этим отличным ребятам? Я могу выстрелить, в принципе, со снайперки, но это мне даст ничего, кроме как очередную перестрелку. Еще растяжка. Ладно, давайте внутрь зайдем. Судя по всему, этого не избежать. Еще бы. Так, ты ушел, да? И там у тебя два друга. Когда ты сюда вернешься? Вот что мне интересно. Выше пойти не могу. Так, они все в одной точке. Это опасно. Более чем опасно. У меня нету ни зажигательных, ни взрывательных. Или есть? Один я точно использовал. Да, ничего нету. Ну-ка, что я могу создать? Зажигательную могу, да? И эту бомбу тоже могу. Она будет... И аптечку могу создать. Набрал-то кучу. Так, все, он сюда уже не ходит, да? Попробуйте взорвать, а потом как получится. Ну, я никак его не убью, не запалившись. Только если вот сейчас. Все, запалился. Запалился. Надо было нож использовать. Нет, не запалился. Удачно. Так, тогда давайте думать дальше, раз получилось. Этот пошел сюда. А мы пошли за этим. Запалился. Прикури! Так, ну паника все равно поднята. Мне чуть-чуть не хватило. Так, они бегут сюда, это очевидно.
Ладно, сделаем вид, что они нас не заметили. Бегут. Так, ты один? Ух ты, ключ не запалился. Иду туда. Вроде один. Наверьте там. На так, вроде нажимал задушить. А получилось ударить. Так. Походу остался один внизу. Могу я, кстати, улучшить свое оружие? Нет. Я имею в виду ручное. Вижу только одного. Остальных я перебил. Или я просто их еще не заметил. Так, я какую-то, кстати, записку находил, но я думаю, там ничего интересного. Так, здесь растяжка. Так, давайте смотреть. Ух ты, здесь их аж трое. Попробуем их так вот отвлечь. Втроем подойдете, нет? Блин, умные гады. Ух ты, блин! Сам ты сукин! У меня другая фамилия. Да я сам в шоке. Там же растяжка была, как он туда зашел-то? То есть они могут через растяжки ходить, а я нет? Ух ты, блин, какие метки, а! Элли, ты моего убила, блин, я патрон за тебя потратил. А, нет, ты не убила, да, еще? Я вам скажу, они более чем меткие. По крайней мере, намного меньше, чем я. Черт, еле отбились. Мы выживем на зло Вселенной. Нас не сломить. Не понял? Дик Звездный Свет. Ну, это из комикса. Так герой говорит после сражений. Нас не сломить? Ага. Ладно. Надпись «Нет надежды». Но вообще, я должен сказать, что мне очень нравится, что здесь стелс реализован таким образом. То есть я не скажу, что он жизненный, но он более приближенный к реальности, чем во многих играх. По той причине, что все здесь выглядит очень и очень реально. То есть если ты чуть-чуть где-то свои действия неправильно спланировал, малейший даже недочет, и все, и ты уже ввязываешься в драку. А не так, как это в каком-нибудь, не знаю, в том же Сэме Фишере, да, то есть, когда ты можешь вообще, не напрягаясь, пройти какую-то локацию. Я не скажу, что там легко это делать, но в любом случае здесь это выглядит настолько кинематографично, что ты ошибся, раз перестрелял всех, и как-то не выглядит это так, что ты ошибся. И что все, провал миссии, и выхода больше никакого нет. То есть убрал там 5 человек стелсом, двоих пристрелил. То есть мне это даже понравилось. Я не скажу, что специально так делаю, но... По крайней мере, можно с честью выйти из ситуации, и будет выглядеть это очень аутентичненько. Так, ну хорошо, давайте на этом эту серию закончим. Следующий будем продолжать наш путь к мосту. Далеко уже пройдено.
Дорога до него еще не знаю, сколько впереди. А пока спасибо за внимание. С вами был Anybody Play. Все, пока. Пока.